когда определяется этот закон в нисхождении сверху вниз, что Творец, написано, закон таков, что не может творение получать зло Творца открыто. Когда этот закон установился в нисхождении сверху вниз? Потому что желание его насладить свое творение — это изначально, это замысел творения. То есть из этого желания, из этого намерения Творец начал творение, основал творение. Поэтому нет такого, что Творца, чтобы вышло что-то плохое в человеку. А то, что человеку кажется злым, плохим, это признак того, что человек в этом свойстве, в этом желании противоположен Творцу, и поэтому так чувствует. Второй вопрос. Мы видим людей, которые проклинают Творца. Есть ли закон, что Творец исчезает, когда чувствует себя плохо? Как такое может произойти? Как это происходит, что люди проклинают Творца? Да. Потому что не понимают его, не чувствуют его. И думают, что то, что есть у них, из-за того, что у них есть расхождение по форме с Творцом, они связывают это с Творцом. И поэтому приходят в состояние, когда недовольны им, проклинают его. И так это.